открыть без ножа. Дабы не резать. Хочу вот так вот открыть. Всем привет, дорогие друзья! Пришла посылка, мелкий пакет. Давайте раскроем, посмотрим. Ну, я предполагаю, что здесь должна быть кнопка управления камерой затвора. Так, можно открыть без ножа. Дабы не резать. Хочу вот так вот открыть. Готово. Ножик, наверное. Сейчас посмотрим. Да, ножик не пригодится. Мы его убираем. И вот в такой вот все. Коробка пустая. Пакет, вернее, больше не пригодится. Вот, пришла в такой оригинальной упаковочке, правда, немножко помята, но ничего, буквально вот 2 секунды и я ее выровнял. Так, что тут у нас? Bluetooth написано, Remote Shooter for iOS и Android, вот здесь вот написано. Да. И вот здесь написано. Вот так вот она выглядит со всех сторон. Давайте покажу. С этой. Здесь ничего. Так, по характеристикам. Android 4.2.2 и iOS не меньше 6.0. Не позднее, вернее. Взаимодействие с айфонами 5S, 5C и до iPod Touch 4 поколения. Samsung Galaxy, Note, Tab, Sony Xperia, HTC. Написано, что со всеми работает. Значит, фотография, видео, 10 метров дистанция, Bluetooth. Ну, давайте откроем. И, так сказать... Протестируем. Все, ничего больше нет. Тут еще какая-то бумажка, что-то столько пыли, мусора вылетело оттуда. Угу. Так. Но нужна еще батарейка CR2032. Интересно, она есть внутри или нету? Выглядит инструкция и само устройство, такой пластиковой тоненькой ванночки, даже статическое электричество примагничивает. И вот у нас такая кнопка, вот так вот. Чё Android и камера 360 iOS. Вот так вот она выглядит. Две кнопочки. Ну, давайте посмотрим, есть ли там батарейка. Ага. Батарейки, увы, к сожалению, нету. Хорошо. Хорошо, что я запасливый. Вот у меня еще осталась одна батарейка как раз. Та, что нам нужна. Давайте мы ее... вытащим. Надо будет заказать еще упаковочку, а может и две. Иди сюда, вот так вот. Все. Так. Вставили и закрыли. Вот здесь вот есть on/off. Давайте
ключи. Загорелась лампочка. Вот такая вот лампочка. И что нам надо сделать? Так, ну давайте вот на этом телефоне попробуем. Найдем мы это устройство. Так, Bluetooth у нас вот здесь вот. Ну что ты? Ну ладно, так, пойдем в настройки. Bluetooth. Нет, не передача данных. Bluetooth. Включим. Угу. Что-то он тут нашел. А вот AB Shooter 3 называется так. Давайте приконнектимся. Оп. Все, видите, перестало мигать. Написано, что подключено. Давайте нажмем камеру и посмотрим, будет ли фотографировать. Ух ты! Вылезли настройки. Что тут надо сделать? Что-то тут ничего. Ничего не понял. Почему? Давайте нажмем на эту камеру. Кнопку. Прибавление громкости. Очень интересно. А так вылазит настройки. Да. И что делать теперь? Как это все? Нет. Интересно. Девки пляшут. Так, а может быть сразу? Как она? Что-то беспроводного ввода подключено, да, написано? Нет. Вообще что-то... вылезает и налетает. Это звук. Так. Хорошо. Сейчас возьмем другой телефон. Взяли другой телефон. Так, сейчас найдем мы. Bluetooth. HTC. Где же у тебя Bluetooth-то? Она наверху. Wi-Fi. А, беспроводные сети. Вот, нашел Bluetooth. Поиск устройств. Ищем устройство. Это, наверное, надо выключить, да? И заново включить. Поиск устройств. Так, нет, наверное, мы этот телефон выключим. Что-то не хочет искать. Нашел. Надо было включить, чтобы его видели. Подключиться к этому. Идет подключение. Соединено, да? Нет? Опознает как клавиатура. Давайте зайдем. Нет? Не зайдем. Написано соединено, но я что-то не вижу. Так, ну давайте выйдем. Попробуем зайти в камеру. Так, вот у нас камера. Давайте попробуем сделать фото. Ничего не происходит.
Нет, с этим не надо. Ну, написано, что отключено, но что-то никак не получается законнектить. Ну что, друзья, с андроидом что-то ни с одним, ни с другим не получается законнектить. Хочет работать. Окей, хорошо. Так, ну что, давайте попробуем с iOS законнектиться. Так, включаем Bluetooth. Так, наверное, не отсюда. Наверное, надо с настроек. Вот так вот, да? И включаем наше устройство. И ждем, что будет. Окей, была такая клавиатура. Что-то как-то. А, надо выбрать его, наверное, да? Обнаружил и. Ух ты! Подключено. Написано. Ну давайте. Попробуем. Давайте попробуем что-нибудь сфотографировать. Так, это у нас стоит фото. Вот, работает. Это работает, да? Давайте попробуем видео. Вуаля! Видео пошло. И останавливаю. Все замечательно работает. И даже удержанием кнопки происходит многочисленные фотографии. Ну вот, друзья, на iOS получилось у нас законнектить, а на два устройства, на Android нет. Вот. Вещь работает, по крайней мере, на iOS. В принципе, мне это и было нужно. Все, спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Пока-пока.